Ну что, дорогой подписчик, стартуем! Сегодня отправляюсь на рыбалку на залив Верблюжий, где и оторвемся по полной. Первым делом на льду начинаю бурить лунки. Процесс интересный. Так, на берегу собираем жерлицы. Вспоминаем, как это делается. На жерлице в этом году у меня дебют. Цепляем карасиков и устанавливаем жерлицы. Так, идем на следующую лунку. Одну выставили. Вторую. В ускоренном темпе выставляем все жерлицы и переходим на ловлю мормышкой. Взял кормачок специально, фидерный. Как бы зимний вариант купил, но еще он в дороге. А вот этот вариант мы как раз и будем использовать как временный. Плотненько набиваю кормом и закармливаю каждую лунку. Опустив кормушку на дно с кормом, резкими движениями выбиваю ее, опустошаю и поднимаю на перезагрузку. Попробуем гибридный вид ловли. Сам вчера придумал, как говорится. Вот такое приспособление, которое использовал при закормке лунок. Уже с лавсановыми кивочечками дома настроил по-правильному. Будем пробовать. Так, метод мой все-таки сработал, и на втором опускании поклевочка. Вот это уже интересненько. О, какой бычара, бычара. Бычка, конечно, я отпустил. К сожалению, на жерлице сегодня поклевки все были холостыми. Незаметно подкралось время обеда, разбиваем туристическую кухню и будем тестировать сухпайки, которые взяли с собой. Распаковываем сухпайок обыкновенный для пограничников. В него входит консерва с кашей, супы, салфетки, мед, сахар, кофе. Вот так выглядит кашка наша мясная. И суп гречаный с мясом. 2 пакета. А вот и паштетик, который мы уже распаковали. Параллельно приготовлению обеда выставил балалайки с кивочками на мотылька. Настоящий вид ловли. В ожидании поклевок. Вот и подоспел кипяточек. Теперь мы можем спокойно разогреть наши супы. И кашку с мяском. В разогретом виде супы, так как и каша с мясом, заходят просто на ура. Армейские пайки, в общем, очень даже понравились. А на десерт был у нас натуральный
кофе из этого же пакетика. Кава, даже кава не пахнет, походу кавовый напиток. Натурально написано. Да, Оля, натуральным кофе в этом случае и не пахло. Специально для туристических пайков была куплена титановая ложечка с удлиненной ручкой. После обеда поупирался еще в мормышку, результаты, конечно, плачевные. Подобьем итоги рыбалки. Рыбалка была очень интересной и познавательной. На жерлице только холостые поклевки, на мормышку мой первый был пойман рыб. Жду ваши комментарии и советы, обязательно на них отвечу. В свою очередь подписывайтесь, ставьте лайк. До скорых встреч!